Награда за науку. Ректор МГУ Виктор Садовничий вместе с коллегами из Башкирского госуниверситета стал лауреатом государственной премии республики в области науки и техники 2011 года. Сегодня премьер-министр Азамат Илембетов вручил награды трем научным коллективам. А затем между республикой и Московским государственным университетом был подписан договор о сотрудничестве. С подробностями наш корреспондент Алена Заворотняя. Сегодня в Уфе в Доме правительства ученым, внесшим большой вклад в развитие науки и техники, вручили государственные премии Республики Башкортостан. Почетную награду получили сразу 13 ведущих ученых и практиков инновационных производств по трем направлениям – математика, инновации и медицина. Во многом математические достижения республики – это заслуга ректора Московского государственного университета, академика Виктора Садовничего. Так получилось, что 8 моих учеников – кандидатов и докторов наук, в основном доктора наук, оказались вот в Уфе и работают здесь. И вот та работа, которую мы делали в Московском университете, затем продолжили уже здесь. Это важная работа, но по уровню математических исследований она, безусловно, относится к таким высшим достижениям математической науки в мире. Профессор Александр Зайцев – один из главных нанотехнологов России. Именно его проект ЕСМ первым из Башкирии получил финансирование от Роснано. Вторым не менее важным событием дня стало подписание договора о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и Московским государственным университетом имени Ломоносова. Мне кажется, в первую очередь мы должны наладить обмен ребят с тем, чтобы они приезжали в наши университеты взаимно. Каждый университет богат по-своему. Мы готовы работать в области науки. У нас очень много научных проблем, тем. И, конечно, будем поддерживать взаимно друг друга. Московский университет, университеты Башкортостана. Соглашение о сотрудничестве Московский университет уже имеет с Китайской Народной Республикой. А вот для России этот опыт станет первым. Алена Заворотняя, Константин Михайлов, РЕН-ТВ, Уфа.